разложили по статьям. Депутатская фракция «Единой России» собралась накануне заседания окружного совета, чтобы утвердить поправки в проект бюджета 2021 года. Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете Константин Негурица отметил, что в этом году депутаты как никогда детально рассматривали бюджет. Так, средства, заложенные в программе «Чистая вода», перенаправили на реальные дела, на запуск неработающей в Краснозаводске станции обезжелезивания, что уже в следующем году улучшит качество воды в городе. Депутаты сочли неправильным, что в бюджете не заложено денег на строительство дорог к земельным участкам, выделяемым многодетным семьям. Мы сняли 35 миллионов с проектирования общественного пространства Бузогорского моря, особенно в связи с тем, что это дальнейшее финансирование его строительства должно было делаться из средств бюджета областного, но эта программа тоже сдвигается в области, и предлагаем направить эти 35 миллионов на разработку ПСД и строительство дорог к участкам многодетных семей. То, о чем сказал Денис Николаевич. «Единая Россия» – единственная партия, которая предложила поправки в бюджет округа. Его рассмотрение во втором чтении состоится в четверг. Татьяна Колганова, программа «События».